китовый. Друзья, посмотрите, какой шикарный мужчина. Вкус китовый. Ну, имеется в виду, вот. Обильный. Смотрите. Я тут не добрил. Не добрил? Вырви. Туз? Вырви! Ой. Сегодня ночью, ребята, значит, OLX доставка у меня снял ролик, старые фото китайские. Ну, почему ночью? Ну, ночью женщина мне написала. С двух аккаунтов писала. Но они действительно интересные. Я уже не употребляю слово редкие. Уникальные. Уникальные. И ставка, представьте, два шлема. Я ролик потом сниму. Два шлема забрали. Летных, да, летчика. Один зимний, а один летний. Вот Саня как раз носит сейчас. Но зима ж прошла. А есть еще там демисезон, и выберешь себе. Сеточкой. Один с дырочкой, сеточкой. Там он продан. Не с дырочкой, жаль. Сеточкой. Не, он один у меня с дырочкой. Жалко, что я его продал. Ну а так как Саня молчит, скорее всего, продаж у него нет. Что неудивительно. А знаете почему? Не вкладывает в поле деятельности бизнеса. Коуч его учил. Коуч это, ну вы поняли. Вкладывай. Вот Манкевич Саша. Вчера мы виделись. Куча товара. Человек услышал. Взял несколько уроков. И сегодня... Пусть это останется тайной. И сегодня преуспевающий... И будут товары продаваться, да? Вот. Так, что это за машина? Я сейчас высажу тебя. Неприятно. Ой, а справа еще ужаснее. Справа экскаватор. Вот. И человек... у нас совместные фотосессии уже с ним. Совместный бизнес. Что-то тут не то. А должно клацать, что? Продажи. Только и клацать должно. Вчера хорошо. Вчера я такого успевал на почту. Вот ты все время так говоришь, а потом займи 300 гривен, то бензин, то амортизация, то... Ой, так ты нарисовал. Кто-то тут нарисовал полоски на этом, на асфальте кривые. Короче, подписчики что говорят? Опять подписчики. Ну а кто? Ну, контент. Друзья. Же. Подписчики пока говорят, тебя в кадре можно оставлять для соблюдения правил этики. Но это пока. Больше, меньше, меньше, больше. Ну, пока говорят, не частить. Так, чтобы ролик хотя бы минимум, максимум в день был. Вот, Саня, не... Это не частить. Слышишь? Так это каждый день. Слышишь, ни о чем. Вот люди пишут, ролики ни о чем. То есть никакой, ну ты контент несешь, он... Так ты контент? Не, я просто снимаю, я обозреватель. А что, смотришь, какой контент едет? Слышь, я обозреватель. Контент. А ты что-нибудь людям же расскажи, как ты выучился. Кстати, ребята, я самоучка. Саня... Саня профессионал в игрушках, он начинал свой... А что? Ну ты деятельно же с игрушек начинал. Ну да. Ну так а что ты выеживаешься? Вот, он реально профессионал. Куклы-пупсики. То есть если вам нужно отличить пупсика, представьте завтра 150 фотографий. Ребята, все куклы, солдатики ненужные, все присылайте Сане. Кулеметы, париковые куклочки, вот это все ему шлите. Он очень любит игрушки. Нет. Очень. Не люблю, я. Видно, детство было у него насыщенное. Деревянное. Но ты дофига ж продал, я ж помню. Да, я тебя на почте тебя встречал, то с автоматами. Такой здоровый дядька с кулеметом, блядь. Мы еще ржали. А куда интересно ездить? Они? Ну да, могут, кстати. Они на таких не ездят. Не? А, ну у них же, да. Побольше покажу. Ой. Сегодня погода должна быть хорошая. На воскресенье тоже.
завтра, Печо, я еду на шашлык. А чё я не еду? Ну, у меня пригласил, я, честно говоря, не очень хочу, но... За город? Не, это в этом. Родственник? Да. Это Рома, друг. А я хотел тебе сказать, я нашел машину, хотел суммы. Ну, не надо договариваться, как бы смотреть. Ну, суммы, блин, так, наверное, поездом. Слышишь, ну машина не годится. Сумма, слышишь, ну... Мы же на Сумы ездили, знаешь, там? Да. Но я не помню уже. Но в Сумах нас два или три раза попытались объегорить. Я не знаю, с чем это связано, но в Сумах такие машины, ну, обмануть. По машинам мы ездили. Два или три раза нас пытались обмануть по машинам. Втулить или да, вообще? Да, нет? Да, втулить. Именно по машинам. Вот именно по тачкам. Именно по тачкам. Да? Нет. Именно по тачкам. 83-й. Ей рыбу резали? Ну она специально для рыбы такой, понял? Специально для такой этого. А вот это вот, Коча, вот это тоже ее. Это видишь? А ну так, подержи. Шепотки было. Ролик. Это оригинальная. Да что там? Саня, ну у тебя и оригинальная. Это два разных человека. Смотри, видишь, нужно. Ну как, этим можно резать? Это он затачивается. Это специально, да, это специально для рыбы. Так вот, понял? Она в мороз, она херачила и резала. Ну, они ее замораживают и срезают, на слайсы режут. Да. А ну вот этот мне дай. Ну, это такой, знаешь. Ну, такой, самодельный, да. Самодельный, но делали вот это. Ну, сталь, да, такая. Ну, вот кости тут. Это, ну, да. И что они вышли? Ну, по 400 гривен дала дура. Ну, этого взял за 200 гривен. Ну, да, я думаю, что плюс какой-то большая, есть. Большая. А это офтальмология. В смысле, потом. Потом. Так, друзья, смотрите, какая красопета, десяточка, АУ в квадрате, это у нас десятка. Хорошие предметы выхватил, смотрите, царский подсвечник и ложечка 800-ка серебро, класс, обалденно. Нормально, уступили мне хорошо. Товар это пиздец. Друзья, посмотрите, что купили. Вот такие лебеди обалденные выхватил. Тут бинго, это лебеди. Да, смотри, как пограничный. 150 гривен. Кстати, на тебя похож. А ну да, я его зачмырю. Вот так вот. А часы? Так, часы. А, часы я уже показывал, да. Часы никому не интересны. Ребята, трубку выхватил, не поверите, за 30 гривен Англия, скорее всего, обод серебро. Вот такая ручка. Саня выхватил, смотрите, вот этот прибор, офтальмология. Ракета вот такая, игра, картридж, телефоны вот такие. Вот телефоны. А, и вот эту, это ты, то, это что? Да, это вообще? Телефон, да, новый. Ну, как новый, рабочий. Да? Да. Сколько он вышел? Вышел? Быстро. Да. Ну а тут подсвечник я уже снимал, царизм взял. Вот так вот, ребятки. Хорошие предметы выхватил, смотрите. Царский подсвечник. И ложечка 800-ка серебро, класс. Обалденно. Нормально, уступили мне хорошо. Ну этого взял за 200 гривен. Ну да, я думаю, что плюс какой-то большая, есть. Большая. А это офтальмология. В смысле потом. Вон, ребятки, смотрите, Саня пошел на сделку. Продает телефон. А телефон Верту. На запчасти. Не знаю, продаст или нет, но... Де-факто. А я сейчас еду к лавке удовольствия. Александр Манкевич.